время идет, чтобы вам не было скучно, хотя вам не скучно, конечно. Перед вами сейчас выступит фольклорный коллектив «Шузим». Это очень знаменитый коллектив. Они каждый год выезжают по городам Орской Болгарии. Они с своим творчеством ознакомили Европу практически всю, в том числе и Испания они были. У нас тут участвовали из Испании, господин. Вот. В прошлом году в Турции, Скандинавии. В прошлом году они участвовали на всемирном форуме тюркской молодежи в городе Ялта. Мы вместе с ними были на могиле Михаила Сиспеля, поклонились памяти, дали концерт. Они, это самодеятельный коллектив, не профессиональные музыканты, они все работают, кто врачом, кто поваром, кто медработником. Yeah.
Комитета, у него не успел хорошо, так сказать, поблагодарить. Я думаю, что давайте вслед за ними похлопаем. Действительно, люди постарались. Это у нас наш начинающий.